В прошлом году керы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Ну и в этом году, конечно, надеются на многое. А в мужском одиночном катании третье место занял американец Эдам Арипан. Вот он какой. So hot that I met, I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving it my best. Listen up, this won't stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win someone, learn some. But I won't hesitate no more, no. В легком, элегантном стиле Эдам Арипан демонстрирует свою показательную программу, а публика живо реагирует, тихонечко повизгивая и похлопывая на особо трогательных эпизодах показательного номера. Выглядит таким мечтательным пареньком, который как будто бы ничего не знает о сложностях фигурного катания. На самом деле, это же обманчивое впечатление. Эдам Арипан, чемпион мира среди юниорских.